Первая станция Skyway. Очередь в музей Skyway выстроилась. Теперь пойдем наверх, на крышу здания. Машинами заставлена вся территория. Газон на крыше. Видимо, тоже по технологии Skyway. Да, ходил. Там связь плохая.
Вибрирует. Много людей. Сейчас. Привет. Что, не узнал? В Москве встречались. А где Сергей? Где? Здесь? Там они были. Сейчас на меня онлайн-трансляция. Я тоже попал. 70 человек. Ты что, снимаешь? Снимал с картины. Весь день тут будет? До вечера? Я приеду. Поднять-то я оттуда снять. Что-то раз здесь. До 7 утра тут на нас ума сойти, может, до 7 вечера. Ясно. Что, в этих пока не катаются, да? Ну, наверное, не будут кататься, я думаю. Там ты был наверху, нет? Нет, сюда. Там классно. Нет, вот очередь, просто становишься и все. Люди выходят, одни выходят, другие заходят. Мне нужно телефон на зарядку поставить. Вот, ладненько, давай. Есть туалет, не переживай. Памятник поставили генералу Лебедю, Юницкому и еще одному инвестору, который $1 млн проинвестировал еще. Разворотная петля. Все настоящее, все из металла, не бутафория, если кого интересует. Вот здесь стрелка, как я понимаю. Анкерная опора. Двухсотметровый пролет. Все, пошел телефон заряжать, продолжение будет позже.